Дольщиков опять обманули. Согласно графикам, планировалось завершить строительство трех литеров в микрорайоне Рождественский, Сухово-Дерябихи и Рабфаковской 38 до конца июня 2017 года. Дома достроили, замечание стройнадзора подрядчик устранил, однако объекты все равно не введены в эксплуатацию. Во вторник с пикетом к зданию правительства региона вышли дольщики литера 1 микрорайон Рождественский. Их возмутил очередной перенос сроков. Руководство профильного департамента просит людей еще немного потерпеть с новосельем. Дело в том, что подрядчик еще не оформил все необходимые документы для обеспечения постоянной схемы электроснабжения. Наша принципиальная позиция и гордость, что с такими замечаниями дома приняты в эксплуатацию не будут. И мы сейчас ведем активную работу и с подрядчиком, чтобы сопроводить всю документацию, которую он делает, до Ростехнадзора, получить соответствующие допуски и перевести дома на постоянную схему электроснабжения. Мы понимаем, что дольщики уже устали ждать, и много раз у них там обещалось и так далее, но нужно тут понимать, что даже там, год назад видели, что домов еще нет, сегодня дома готовы. Осталось последний уже шаг добиться постоянного электроснабжения.